86 лет сейчас на дня. Ну, уже человек наш. 85 лет. Сейчас 86. Ну, а машина сам приезжается. Вот. И главное, что не навредить. Ни маленькому, ни взрослому, ни вообще никому. Надо, самая главная техника, гибкость, техника, и все должно быть постепенно. Вот. Главное, ну, вы знаете, у вас очень надо, что постепенности, последовательности, надо. Батя семинар читает. Необходимо. Вот. И я тоже в своей работе, вот, приходит клиент, допустим, мужчина и женщина нравится. Потихонечку первые тренировки, ну, были у меня ребята такие тренеры, что вот человек никогда в жизни не занимался вообще, никогда не чай. И пришел, он записался. И этот тренер, ему все, что знал, он тут наприседался, ну, правильно, он свежий, приседает, наприседался. Ну, короче, всю тренировку провел, потом неделю в лёжку вообще. Вот с температурой вообще она встать не может, он наверняка сесть не может. Я говорю, иди сюда, ты дурак. Человек никогда в жизни не занимался, ты ему вот это все. Ну, короче, вот так вот. Первые тренировки должны быть легкие, легкие, просто такие, просто ознакомительные. И дальше постепенно все это увеличивать, наращивать, смотреть. Главное технику. Вот технику выполнения упражнений это важно. Чтобы чувствовал мышцы, чтобы получал тренировку удовольствие. Не мучился, например, но я спрашиваю, а тебе не надоело? Я говорю, а что, я вот так еще не устал. А когда ты его бросишь, что с тобой будет? Я говорю, а зачем бросать? Ну, ты бросишь, все же повиснет. А, я говорю, я не брошу, зачем? Я просто тренирую, получаю удовольствие. И поэтому вот, в таком возрасте сегодня, таком... 64. Вот так я говорю, 64. Поэтому постепенно, постепенно, не торопясь, да. Иди ему там. Александр Ильич, 64 года. Я тоже никогда не давал ни больших нагрузок, никаких там препаратов. Да, вот. Постепенно, потихоньку, когда с Димой его одноклассники, друзья занимались, они начитали журналы, как Леброн тренируется, они тренируются, они колени обмотают, так друг друга страхуют, такие нажрались. Был концерт, да, 55 весил, он под 100 килограмм, такой красавец там. Сейчас они в кошмарном сне просто, вот, тренировка ему может присниться. Я говорю, ребята, вы дальше там как хотите, вот вам 17 лет, как вы хотите дальше, вы до 25 не доживете. Ну вот ему потихонечку, и до сих пор. Ну, я тоже. Поэтому постепенно, потихоньку, обязательно. Мышцы долго растут. Приходит такой, а что вот мы сидим, чтобы быстрее, я говорю, тренироваться надо. А есть же вот что-то, чтобы сидеть и быстрее. Не тренироваться надо. И надо быстрее, чтобы он себя расслабил. Тренироваться надо, все. Тренировки не будет, ничего не вырастет. Питания не будет, то же самое. Отдыхать ты не будешь, если пахать и пахать и пахать. Ну, просто загнешься, поэтому... Тренировка, питание, отдых обязательно. Вот три такие составляющие. Ну, остальное вы все знаете. И вот сейчас я готовлюсь на осень. Опять же, может быть, нормаль классик. Где-то в сентябре в Барселоне. Ну, я, конечно, выиграю. Чемпионат России, я говорю, ну, мир-то я выиграю, я бы чемпионат России выиграл. 28 раз, когда был, потом 29, третий, сейчас 31, ну, сейчас придется 32 раз. 31 уже? Да. Ничего себе. Ну, так, случайно, конечно, все это получилось. Такого же не может быть. Чтобы 16 чемпионатов мира, значит, я 10 раз первый, 5 раз второй, один раз случайно третий, вот где не знает. Я, значит, приезжаю в Москву к нему, у меня положение показывает. Значит, категория 80. И слышу 90. Я говорю, а 90-то где? Ну, не знаю. В общем, до 90, до 80 и слышу 90. Ну, я килограммчик так продержал, баню сходил, потом приезжаю туда, там Колтун. Я говорю, Евгений Сидорович, а у меня категория 90 есть? Конечно. Ну, короче, я еще 3 килограмма сгоняю. Иду в сауну, там немец один. Я говорю, в сауну, он говорит, ну, короче, в сауне смотришь там все мышцы. Ну, вот 90, короче, замешиваются, все 80 прошло.
Ну, я жду 90, а там все остальные пошли. Я говорю, а что такое? Ну, все, 80, ты слышишь? Вот третий стал. Ну, так, чисто помогли свои. А так вот 5 раз второй и 10 раз первый. Ну, так тоже случайно. Так получилось. Ну, так получилось, да, такого же, как случайно. Такого не может быть. Меня, я вообще не собирался, вот я тяжелой атлетикой занимался, ребят тренировал. И один дед за мной целый год ходил. Саш, давай попробуем. Я говорю, да я как, я выпью, я ничего не знаю. 37, да, выйти. Ну да. Они меня в Москву садили, там турнир международный. Мужчина, женщина, 89, турнир такой международный. Я смотрел, там минут произвол всего, Есенин обязательно сравнили. Домой приехал, все это разучили, поехал в Тольятти, вот Зима, поехал, я выиграл. И с тех пор началось. Вот. Если бы дед меня не уговаривал, ну не знаю, когда бы все начал. А так вот ему, конечно, спасибо. Он не дождался чемпионата мира, поэтому говорил, он все равно мы его помнит, турнир проводил, и память через какие раз там проблемы. Ну вот и пойду вот так. И у нас это маленькое городище. Друзья. Папа ведет семинар. Батя крут. Батя крут, реально. Отец красавчик. Так что спасибо, что вы с нами. Походу, связь пропала, да? Связь пропала? Нет, есть. Лайк есть, значит, связь есть. Ишанькин. Привет, ребят. Привет со всех стран, городов. У нас сейчас тренировка была на улице, поэтому немножко такой подуставший. Мы в Екатеринбурге проводим семинары для тренеров, для тех, кто хочет хорошо работать и хорошо зарабатывать. Папа тренируется каждый день, тренируется с удовольствием. И я думаю, что это один из его секретов. Вам спасибо за просмотр, за комментарии, за ваши вопросы. И я хотел бы пригласить вас к себе в зал. Мы скоро откроемся. В эти выходные уже начинает работать секция бодибилдинга и фитнеса, с физикой, бикини. И будем тренировать атлетов, будем готовить спортсменов, обучать тренеров. Поэтому скоро. Чмоки-поки, всем удачи, счастливо. Плавали, волейбол играли. Вот это вот была база. И там трава пилили, кого-то вот таскали. И поэтому вот эта база была. И мы закаляемся, мы побегаем, потом у нас двор был, трава там, мы, значит, босиком побегаем, потом ляжем, по России поваляемся, бегали с ними уже до почти заморозка купались. Вот Дима сейчас такой базу у него, что он всегда так же плавает все, еще ежится, а он уже ныряет. Поэтому база это не то, что вот база упражнений, там, штанги, тяги, приседания, все эти. База это надо вот создать базу такой человек, чтобы он крепкий был и готов ко всему. Я не знаю, что еще. Ну, и все. Здоровья, хорошего настроения. Ну да, и будет у вас хороший результат. Да. Будет результат, а результат, конечно, надо постепенно все это.